И да, небольшое добавление. В прошлом туре «Зенит» обидно прервал свою домашнюю победную серию в 2022 году. Но команда не пала духом, собралась на следующий матч и после победы в нем продолжила другую, не менее важную победную серию, тоже уникальную, которой ни у кого еще никогда не было. В матчах с чемпионатом, в играх против Москвы, «Зенит» уже в шестой игре подряд добился победы. И получается, что в чемпионате «Симак» как был главным москвоёб, так и остался. И будьте уверены, дорогие зрители, ответ на матч Кубка для «Спартака» не просто не будет легким. Он закончится для «Спартака» поражением. Вот и все. «Зенит» реванш возьмет. Может, не такой разгромный, но возьмет. Так что еще и в кубке. «Зенит» будет и дальше долбать Москву всю, полностью, все столичные клубы. И больше всего «Зенит» будет долбать тушинскую свиную хрень.